С вами Николай Пименко в проекте «Дата». Сегодня 29 марта, день специалиста юридической службы в Вооруженных силах России. В этот день, в далеком 1836 году, император Николай I утвердил учреждение военного министерства, в котором впервые вводилась должность юридического консультанта. Ну а теперь о родившихся. В 1853 году в этот день появился на свет граф Павел Бенкендорф, генерал от кавалерии, обер-гофмаршал двора российского императора Николая II. Он говорил: «Чиновники это сословие, пожалуй, является наиболее развращенным. Среди них редко встречаются порядочные люди. Хищение, подлоги, превратное толкование законов – вот их ремесло». Так говорил один из самых недооцененных сыновей Отечества Российского. 1899 год. День рождения Лаврентия Берии, советского государственного деятеля, руководителя органов госбезопасности. Поразительным образом, пишут историки, в этом человеке сочетались жестокость, страсть, тщеславие и внимание, по мнению очень близких людей, нежность и ум. Есть легенда, что ночью со стороны Садового кольца к дому, где раньше жил Берия, приближается звук едущей машины и маленькая светящаяся точка. У дома, где когда-то жил Берия, а ныне располагается посольство Туниса, этот автомобиль-призрак останавливается. Слышно, как из него выходит человек и о чем-то разговаривает с невидимым охранником. Потом автомобиль уезжает, чтобы вернуться сюда на следующую ночь. 1936 год. День рождения Станислава Говорухина. Кинорежиссера, актера, сценариста, общественного деятеля, народного артиста России. Каждому знакомы созданные им кинокартины, которые стали действительно выдающимися. «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «10 негритят» и другие. А также сыгранные им роли, которые полюбились миллионам зрителям. В молодости режиссер занимался довольно экстремальным и опасным видом спорта – альпинизмом. Горячая кровь настолько бурлила в Говорухине, что во время исполнения роли в фильме «Вертикаль» актер выполнял все трюки самостоятельно, без помощи дублеров. 1951 год – день рождения актера театра и кино Александра Фатюшина, а в 1952 году в этот день появился на свет Теофило Стивенсон, кубинский боксер, трехкратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира. Ну и, наконец, в 1968 году, в этот мартовский день, родился Владимир Пресняков-младший, исполнитель песен. История этого дня. 1792 год. Во время спектакля в Стокгольмской опере ранен король Густав III, который через несколько дней умирает. Этот случай стал поводом для написания Джузеппе Верди оперы «Маскарад». Год 1848. Революционные события в Германии. Фридрих Вильгельм IV обещает ввести конституционный режим и объявляет о намерении взять в свои руки реформу устройства Германского Союза. Толпа, которая собирается перед Королевским замком, встречает чтение манифеста раздраженно. Вскоре начинается перестрелка с солдатами. В результате двухдневных боев Берлин оказывается в руках революционеров. Прусский король вынужден вывести войска из столицы, и 29 марта формируется либеральный кабинет министров. Правительство во главе с крупными рейнскими буржуа. Год 1886. Одержав победу в матче с Иоганном Цукертортом, Вильгельм Стейниц становится первым официальным чемпионом мира по шахматам. С 1948 года организацией матчей за первенство мира занимается Международная шахматная федерация ФИДЕ. В 1993 в результате разногласий с ФИДЕ Гарри Каспаров организовывает профессиональную шахматную ассоциацию, а в 2006 году проходит объединительный матч между чемпионом по версии ФИДЕ Веселином Топаловым и чемпионом по классическим шахматам Владимиром Крамником, в результате которого определился абсолютный чемпион мира. Им стал Крамник.
1974 год. Американский космический корабль «Маринер-10» делает фотографии планеты Меркурий. А в 2003 году Саддам Хусейн становится идеалом красоты для индийской молодежи. В этот день сообщается, что в индийские парикмахерские и имидж-салоны все чаще приходят молодые люди с просьбой подстричь волосы и усы, как у Саддама Хусейна. В салонах буквально очереди желающих обзавестись модным имиджем. Ну а чтобы в точности скопировать стиль иракского лидера, парикмахерам приходится регулярно смотреть телевизионные новости или собирать коллекцию фотографий Саддама, который пока еще жив и активно руководит своей страной. 2004 год. В этот день завершается шестой раунд расширения НАТО. К альянсу официально присоединились Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония. 2010 год. Теракт в Москве. Два взрыва на станциях Лубянка и Парк культуры Сокольнической линии московского метрополитена. Они проведены двумя террористками-смертницами. В результате взрывов погиб 41 и ранены 88 человек. Среди пострадавших граждане России, Таджикистана, Киргизии, Филиппин, Израиля и Малайзии. Но еще одно событие. В 1973 году, через два месяца после подписания в Париже соглашения о прекращении огня, последние американские солдаты покидают Вьетнам. В этот же день освобождены последние 67 американских военнопленных. Так закончилась восьмилетняя Вьетнамская война, за время которой американцы сбросили на Вьетнам 14 миллионов тонн бомб и снарядов. США потеряли 59 тысяч человек и 146 миллиардов долларов. Цитата. «Война не только потрясение и потери, но и духовное испытание, и духовный суд». Так говаривал философ, русский философ прошлого века Иван Ильин. С вами был Николай Пименко в проекте «Дата».